Бисмиллях, один из хороших качеств человека, один из лучших нравов человека является, если ты брат мусульманин, что-то если откажешь, или что-то ему скажешь, и он, если это неправильно понимает, объясните ему, почему ты это сделал, чтобы он плохо не думал. Один сподвижник принес пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, из пойманной дичи мясо принес, чтобы он покушал. Он этого не покушал, тому это не понравилось. Он думал, почему пророк не кушает мясо, которое я принес. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, объяснил ему, почему он отказался и сказал, мне, я, говорит, это не вернул за то, что я этого не хочу кушать, или не желаю, или что-то от тебя не понравилось. Нет, за то, что я являюсь хурм, я то, что я хаджи, ихрам являюсь, когда будучи ихрами запрещено человеку сайд, охоточник, дичь, который поймен в охоте, из-за этого я ее не кушаю. Объяснил, чтобы улучшить сердце этого сподвижника.